И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, и это Genesis. И вы видите, ни одного Рекса нету, ну, кроме тех запасных вариантов, потому что они готовы. Они готовы к нападению. Ну, конечно же, я. Так вот. Они готовы к нападению, так как протокол прибытия, итоговый тест, альфа. Я прошел миссии, точнее, я прошел заметки именно в снежном биоме, потому что вулканический, океанический и снежный биом единственный можно пройти на 100% соло. Потому что здесь, даже если соберу заметки баскетбол командой, командный баскетбол, и здесь также командный баскетбол. Ты их не можешь пройти в соло. А это значит, что? Правильно. На 100% я в любом случае не соберу. Если я соберу еще здесь и здесь, здесь и здесь заметки, то у меня будет 170 миссий. Ну а для вызова альфача нужно 168. Поэтому я решил, что ну и в жопу эти заметки. Такие вот дела. Мои рексульки находятся все вон там. А отправляемся мы туда через телепорт. В целом, выглядит это примерно так. Посмотрел видос, что как где. Вот они стоят. Посмотрел видос, что как где вообще. Что там на миссии мне ждать и так далее. В целом, ничего сложного нету. Нутерно долго, но ничего сложного нету. И единственное, что я сюда пригнал всех рексов для того, чтобы телепортироваться именно отсюда, чтобы никто лишний от меня, ну, то есть сюда, не тпхнулся. Так, там будет большой купол. Делаю я как? Бегать буду, по идее, не на рексе, потому что там надо очень много собирать. Братана я ставлю на пассив, поставлю в центре, и они, девчульки, все привязаны будут к нему. Собственно, они привязаны. И они будут бегать, убивать и так далее. По идее, их даже можно на агрессив поставить. Но это я уже потом там поставлю. И получается, кстати, наверное, лучше вот тебя. Давай выведем в группу 1. А с 10 группы я тебя уберу вообще. Вот, чтобы, если что, команда на агрессию сработала только на них, на всех, кроме тебя. Ну что, погнали. Погнали пробовать. Ну, гамма это будет легко. Гамма будет легко. Кстати, появилось что-нибудь, нет? Ничего не появилось. И, кстати, я тут увидел дудошек, которые пасхальные яйца тут выносят. Да, у меня середина мая, 10 мая сейчас, неважно, какое число вы смотрите, у меня сейчас 10 мая, и на локалке почему-то с запозданием все эти работают. Черт его знает, можно как-то их запускать, но оно мне надо. Конечно, нет. Короче, итоговый тест, гамма. Погнали. Так, радиус. Вы все попадаете в радиус? А вроде как не все попадаете в радиус. Так, а если я выйду отсюда? Отлично. Потому что они у меня не все попадали в радиус. Какого фига? Я хочу... ты чё с седла-то слез? Ну? Отлично. Красавеллы. Вот. А ты можешь туда? Секунду. Ну, по идее, как-то так. И, кстати, а давай запустим музыку из игры. Тоже секунду. Динаты блокированы. Пора телепортироваться. Отлично. Погнали. По идее, единственное, что... в чем огроменный плюс? Не надо не добывать никаких артефактов и так далее. Это, конечно же, огромнейший плюс. Так, надеюсь, вы все зацепитесь. Ну, не все так, не все, что поделаешь. Это же, конечно,
огромнейший плюс, но... Погнали. Вот, ну, с одной стороны это плюс, с другой стороны, извините, сколько мне миссий приходится проходить, я лучше бы артефакты добыл. Штук 20 артефактов бы добыл, и то было бы как-то быстрее, легче и так далее. Очень долгий прогруз, что-то об этом я не подумал. Вообще, начнем с того, что я думал, отчет должен до конца дойти, а у меня он на полминуты меня пихнул туда. Опачки, ну нифига себе ты громкая музыка. Такс. Это наше последнее испытание, выживший. Все, что мы делали до этого, было подготовкой. Но я вижу признаки... Не, ну громкость голоса это понятное дело. Сделаем вот так. И вот так вот. И прошлые исправления в этой части симуляции. Так, ну что, оставляем тебя здесь. Добро пожаловать. Ну, это такое себе, знаешь, заявление. Поражение неизбежно. Да пошел ты, слушай. Вот что я тебе могу сказать. Так, в итоге. Дрончики, идите в жопончик. Что мне... нужно делать? Это враги! Убей! Ну, отлично. Так, десятка ставим на агрессию. Там есть ключ, забери его. Все, понятно. Просто они должны были появиться. И дальше уже погнали собирать. Ну, окей. Да уж, они у меня что-то по всей локации растусовались. Не-не-не, идите нафиг! Вау, так, погоди. Надо вот это убрать. Так-то собака. О! Ты серьезно? Она появлялась у вас тут? Какая сволочь стреляла? Да в смысле ты что ли стреляла? 15 из 80. Ну окей. Ой, стрельнул. На земле куча ключей. Собери их и отнеси к дешифровщику. Окей, окей, окей. Собираю. Отношу. Ай, да перезаряжаться-то кто будет? Откуда у вас там так много? Козлы. О, это элемент. Ну, спасибо, не стоило. Ну, в целом, да, лучше надо было все-таки, наверное, этот... Так, винтовку взяли. Тем более, она мне дропнулась. Вот, и нужно было ее все-таки взять. Она была бы, это... Басяби в этом плане. Перезарядка меньше нужна была бы. А, ну понятно, я могу их все собрать, а могу их по очередности приносить. Ну, тоже вариант, тоже вариант. Да ладно, там сеструльки со всеми справятся. Все, огонь. Я в них верю. Вы же там привязаны за Рексом? Привязаны за Рексом. Если что, вернетесь. Я на вас рассчитываю. Так, ключики. Это ж какаха. Добрый вечер, что стоишь, тупишь? Красава. Дешифровщик не сработает, если мы не загрузим в него ключи. А, ну то есть надо все-таки, да, полностью собрать. Ну окей, тоже хорошо. Да
Алло, ёб твою ж за ногу, задолбали, дебилы. Можете там вот это вот кусануть, вот это вот по-нормальному? Конечно, вот это бесит, чем меня куда больше бесит. Полетают они. Но опять-таки же по ним урон хорошо пролетает. И плюс благодаря дробашу я наношу больше урона. Ну то есть большая площадь уроном. Двигаю их, чтобы они это... Ключ к дешифровщике. Ну вы серьезно? И вы будете вот так стоять тупить, дебилы? Кривозадые. Когда там братва страдает, а вы там в трехе пытаетесь один забагованный сраку сожрать. Не держи эти ключи при себе, загрузи их в дешифровщик. Да иди ты нафиг, мне их все равно их все собирать. Не, отойди. Ой, ты ша, перезаряжать кто будет? Ва, сразу два, дабл килл. Да в смысле вас там еще так дофига? Ай-яй-яй! Отлично. Рексульки справляются. Рексульки красавы. А вы дебилы. Это враги. Убей. Ладно. Что поделаешь? Наш тупизм не победим. О, это хорошо, что у меня пока что гамма. Его даже радиус не берет, понимаешь? Ой, да насрать. Надеюсь, его трогать никто не будет и будет хорошо. Ставь ключ дешифровщик, вот так. Еще нужно собрать. Ладно, бегаем, собираем, не тупим. Отстреливаем дронов, что самое главное, чтобы они меня... не трогали. Вот здесь по идее должно быть много, даже лучше с той стороны, потому что там я еще не бегал. Так, жрать хочу. Отлично, вот это пошла жара. Не держите ключи при себе, загрузи их в дешифровщик. Так, десятки, пассив, быстро на место, быстро на место, все, а, залагало, на место. На земле куча ключей, собери. Да, куча ключей, это хорошо, на место, возвращаемся. Мне нужно, чтобы они все вернулись на место. Так, уйди отсюда. Полованный аватар, мы должны пройти мимо них. Хоп! И ты иди нафиг. Ключей достаточно. Начинаю взлом телепорта. Отлично. Где у меня второй? Сейчас телепортируемся, ты готов?
Так, первый удар по Харе прошел успешно. Да, лучше на нейтралку их поставить. А, так вы их телепортируете ко мне. Огонь. Второй. Братан, ты где? Так, погоди, я прослушал. Подного цель найти достойных слуг, которые будут ценить созданным мной мир, но у тебя слишком мятежный характер. Это недостойно. Ну что-то мне подсказывает это мне решать, достойно, недостойно. Братва! Точнее... Дружище, да ты ничего сеструли? В жизни не видел. Окей, неплохо. Мне понравилось ее высказывание. Так, отлично. Ключ только что выпал, забери его. Бам! И прямо в лоб. Ой, да ладно, он типа управляет даже Рексом. Приколюха. Окей. Ну, то есть, короче, мне их подзывать не обязательно, их всех все равно тпхнут. Хорошо. Хорошо, живем. Это враги! Убей! И, возможно, все ключики теперь будут здесь, так как я бегаю... Точнее, они убивают в основном всех здесь. Ух. Не-не-не-не-не. Даже не подходи. Так, нулевка. И агрессия, мать вашу. Отлично. Пускай резвятся. Пока что я вижу на земле кучу говна. Как бы это ни звучало, но на земле я вижу кучу говна. Отлично, ключи, это хорошо, конечно. Да серьезно, мать вашу, дебилоиды. Так. Седьмой, и у меня второй. Быстро подошли все сюда, тупенькие. А, так это я не второго отвел. Ну ладно, тоже хорошо. Да ты иди в жопу отсюда, задолбали вы меня. Ну вроде бы перестали тупить, уже хорошо. О! Я в инвентарь просто кому-то залез. Да какой ты чё, прикалываешься что ли? Так, иди нафиг. Ой-ой-ой. Ех! Квадрипл килл, блин. Вот тут было месиво, это хорошо. Нужно, устраним. Сколько еще? 21. Отлично. Так, а ты иди нафиг. А ты иди нафиг. Агрессируем. Помогу, чем смогу. Слышь, стреляет он еще, смотри-ка в меня. Робин Гуд недоделанный. Вот. Элементик соберем. Мне он нафиг не нужен, но соберем. Во-во-во-во-во. Вот это, по идее, мне должно хватить. 12 нифига не должно хватить. Чё я так думаю, что я их дофига собираю, а там по факту собирается вообще ни о чем. Ёшкин кот. Надо будет это. Это как говнеца выкинуть. О, так я говно ни разу не собрал. Обалдеть, вот это я, конечно, красава. Достаточно.
Отлично. Так, не ты. Вот ты. Сейчас телепортируемся, ты готов? Да, готов. Еще одна пощечина. Эх, Роквелл, Роквелл, когда ты был хорошим ты дядькой. Но слишком завидуешь. Слишком много завидуешь. Ну, что поделаешь? Твой создатель Хелена не предвидела моего вмешательства. А следовало бы, она неплохо меня знала, но всегда недооценивала. С радостью сообщу ей новость о том, что ты проиграла. Ну, это они с Хеленкой общаются. Вообще, прям... Ну, дядька такой прям заносчивый. Что ты еще скажешь? Если ты знаком с Хеленой, то должен знать, что она не бросает своих друзей. Впрочем, как и я. Вот так вот. Понял, лысая башка. Так, погнали ключики собирать. Благо обнуляется каждый раз вот это вот все. О, добрый вечер. Ваншот, ванкил. Вот. Не, ну слушай, без тебя бы, конечно, я бы не узнал, что мне нужно ключ подобрать. Не, ну с другой стороны, это тоже... Такая прям это... Такое погружение, она типа подсказывает дела, вот это вот, типа, давай, вот это вот, вот там ключ, вот это все. То есть есть этакое энное погружение в... Да пошел ты кричишь там что-то на моих... Слышь, я тебе сейчас покричу на моих друганов. Хм, я б, наверное, не догадался. А я думаю, чё они на меня, в меня так стреляют и стреляют? Думаю, вроде бы друзья, а чё стреляют? Ну, ладно. Отложим сарказм в сторону. Гамма, гамма, гамма. Всё-таки... Ой, добрый вечер, добрый вечер. Да, не сильно, не сильно. Всё-таки то, что гамма, это очень сильно сказывается, прям... О, красавы! Дрончиков погрызли. Нам нужно устранить этих полов. Дешифровщику нужны еще ключи. Ща будет. Да ёшкин кот. Так, ну-ка на пассивочку. Кучканитесь там мы все вместе. Пошел ты, кричит он на меня. Потому что победил. Я скоро уничтожу всю симуляцию, чем позволю тебе выиграть. А, я скорее. Да ты иди ты нафиг. Слушай, в этом есть логика. В этом есть чертовски логика. Почему? Потому что реально, если бы он мог бы уничтожить симуляцию, он бы это сделал. И уж тем более, если бы он бы мог бы уничтожить нас с помощью симуляции, он бы это тем более бы сделал, а не вот этих козлов пускал на меня. Так что, слушай... В этом есть чертовская логика в ихней беседе. Блин, все-таки ихняя беседа это тоже энное продолжение некоего лора. Все-таки, как-никак. Да. Как бы я не хотел это признавать, какая сволочь стреляла. Вот, но... Вот это вот, казалось бы, безмозглая беседа, но это тоже... Все-таки, как-никак, лор, слышь? А если я начну стрелять? Не надо бить меня. Так, братаны, точнее сеструны, на пассив. Пучканули все около... Чувака, мать вашу! Так, ладно, нейтрала. Пошел ты! Стоит он тут у меня. Стоит он такой! Бьет он! Так. Доставка... А, черт! А считать кто? Будет. Я что ли? А, ну да, я.
Иди сюда! Козел лысый. Сейчас телепортируемся, ты готов? Естественно, готов надрать его фиолетовую морду. Опачки, добрый вечер. Так. Где второй? Оп! Только если прежде мы не отключим тебя. Так, здесь нужно... Здесь, как я понимаю, нужно ему щит, по ходу дела, отключать. То есть также собирать ключи, но отключать ему щит. Ай давай соберем. Ай давай похаваем. Да слышь ты! О! Вот это-то я забыл. Лес ты извилек, урок. Возьми ключ вон там. Слышь, как так-то? Ты что там, упал что ли? В смысле? Так сколько, мать твою, за ногу? Ты как так-то? Уф. Тебе даже здоровье дофига. Как первая ты Рексулька померла? Ёб твою ж за ногу. Серьезно? Так, погоди-ка. Ну-ка, давай-ка включим это. Ох ты, нифига там урон. Урон это в них вносит. Ты не кисло? Слушай, а здесь по информации... А, черт побери! Ладно, фиг с ним. Слушай, ну я понять не могу, как у меня первый-то помер. Ну вот, допустим, восьмой, самый дохлый. Вообще непонятная фигня. Так, все, разошлись нафиг, все. Наверное, какая-то багулина была. Дропнулась вниз, все дела. Ну не может быть, вот. Столько урона вноситься. Тем более они дрищевые все. Обидно. Чертовски обидно. Ладно, отключаем. Не, вот ты иди нафиг. Динотавр? Так, ты сейчас опять что-то будешь, что ли? Гнида? Сорок? Да ну нафиг. Так, врубаем на агрессию, пускай бегают. А то что-то они там начинают стоять тупить. Пошел ты отсюда. Не лагай. Долбаные дроны. Как же вы бесите? Вот прям реально, вот дроны это самое, походу, дело все-таки бесячие. О-о-о! Погнали. На земле куча ключей. Собери их и отнеси к шифровщику. Да я бы знал, что здесь столько ключей, я бы уже давно пришел. Носитель заполнен. Е-е-ей! Нанесение урона невозможно. Ну понятно, я ему там за один раз бабахнул сразу же как надо. Other than the insanity and the big ugly head, you mean? Да ёб твою ж, опять эта какаха по мне ударила.
accept the inevitable survivor. Так, где? Ага. Я прям очень сильно сосредоточен. Эти дроны. Вы что так, вас много? Да ёп. Не, иди нафиг. Вот, теперь я нашел, где они валяются. Да иди ты, дурной. А, все, заполнено, заполнено, заполнено. Нет. Не кричи. Где? Отойди. И ты отойди. Перезарядыч. Ты чё? Нормас, просто ваншотом нормальный так урона вношу. Так что сразу же в щит врубается. А! Чёрт! Мой! Ну хорош! Не, разброс это дело, конечно, хорошее, но насколько ж бесит перезарядка. О-о-о! Просто до ужаса бесит. Ой, восьмая, стоять! Нам нужно устранить этих поломанных аватаров. Че тут какой-то замес пошел нехороший? Уа! Что тут вообще жесткий замес пошел? Да иди ты нафиг! А, этот свой опять! Поломанный аватар, мы должны пройти... Ё-моё! А так-то не кисло по ним урон-то проходит. Так. Ладно. Походу делаю все ключи опять ближе к центру. Там больше замес. Не держите ключи при себе, загрузи их в дешифровщик. Найти бы еще и где он. Сейчас всех возвращаю.
А, да, у меня ж я ж вообще дешифровчик долбанный искал. Вон он где. Я и думаю, что у меня ключи не отображаются. Так, второй Рекс, вот встань здесь. Я хоть под тебя ориентироваться буду. Полованные аватары, вы должны пройти мимо них. Ну слушай, это как минимум бесячая миссия. В том плане, что металлический нагрудник поломанный. Ну нифига себе. На земле куча ключей. Собери их и отнеси к дешифровщику. Собака. Ну хотя бы так. Сесть на седло не мог. Ой, да, слушай, соло это прям вообще жесткая миссия сама по себе. Ну, по крайней мере, от вот этого происходящего хаоса вокруг ты просто офигеваешь. Казалось бы, ты уже знаешь, что делать. Но вот этот весь хаос вокруг, это, конечно, вообще кобзда. Так, так, так. О, второй. Ничего тебя тут помудохали. Ай. Да, жаль, сидя на Рексе, нельзя собирать все эти ключи. На земле куча ключей. Собери их и отнеси к дешифровщику. Да, точно, я же без брони теперь. Черт, переписываем Рекс, походу, делом удохнул. Еще не все. Я надеялся, что это будет последнее. Гнида. Да в смысле я и попасть не могу? Рекс 3 отлично помер. Да уж, что будет на Альфе? А мне б гамму пройти уж, начнем с этого. Уж не до Альфы. Да в смысле ты появилась, жирная жопа? Голодно съешьте, отлично. Так, где? Вот ты очень сильно помогаешь этой фразой. А-а-а, бесячая миссия прям. Спасибо. Да, я не успею. Да, вот это дрочь с ключами, конечно, это дрочь с ключами, я не спорю.
Особенно вот вы сейчас что-нибудь видите? Я вообще ничего не вижу, когда вот так сверкает. Просто все рексы сдохли. Приколюха называется. Просто они все сдыхают. Ну ладно. Ладно. Генезис 1. Иди в сраку. Не-не-не-не-не. Я в эту блевоту еще один день играть не буду. Как минимум еще один день. Не. Пошло все в жопу. Где-то моя супер винтовка. Кстати, смогу я вернуть шмотки? По идее, должен вернуть. Нет, эти не находятся. Ну ладно, я не буду еще раз выводить, я не буду еще раз тратить время. Я сейчас сделаю просто хорошую винтовку. И пошла эта игра нафиг. Секунду. Ты пехнулся на тот остров, где... откуда я отправлялся, и вот они все сумочки рексов. То есть они тпхнулись на карту обратно. Кстати, да, я во весь тек оделся. Ой, вот такая вот непонятная. Кстати, а мои шмотки, они полностью исчезли. То есть я испарился, а сумки с рексами, они вернулись обратно. Какая-то тупость чутка, но... ну, как-то так. Это что-то с чем-то. Сейчас у меня последняя партия ключей. Я несу их дешифровщику. И остается один раз пальнуть по нему. Это, во-первых, я взял винтовку штурмовую. Думал, ща, короче, буду расстреливать. По людским аватарам 0 урона. Не знаю почему. Ты хоть в упор стреляй, 0 урона. По дронам и единицам урон идет. Хорошо, хотя бы думаю дронов отстреливать. Сдох. Взял тек винтовку. Думаю, ну хорошо, ими-то точно я должен отстреливать. Отстреливаю, все отлично, перегревается, но все фигня. Снова сдох. Ладно, взял рейлган, или как он там. Думаю, ну ща, короче, буду мочить. В итоге даже в пелагорницев не мог в упор попасть, потому что какая-то фигня. Жрет элементов много. А я до сих пор не умею им стрелять. Да уж. В общем, пробую еще раз. Жопа. Жопа. И это только гамма. Я не представляю, что будет на бетке даже. Но это еще... та жопотень, ё-моё. Я сейчас просто немножко отдыхаю, сорян. У меня сейчас прошло примерно на попыток, да, 2 часа, слушай, реально 2 часа. У меня сейчас без 20 час, а было без 20 11. 2 часа, да, ну там без 20, почти без 20 было. Неплохо, 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 погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел ты, ублюдок, мать твою. Ой, еще надо что ли тебя мочить что ли? Ой, ёшкин кот, а мне казалось, ты красненький уже. Нет. Ёшкин кот, кстати, вот этим говном он у меня держал как-то больше полуминуты. Блин, еще. Ну окей. Я тут что придумал? Бежать от них! Бежать от них, а потом просто расстреливать, 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 расстреливать. И когда собирается большая куча аватаров людей, потому что именно с них дропаются ключи, то я просто расстреливаю эту кучу, отбегаю от них и расстреливаю эту кучу. Очень удобно. Но урон вносит, я манал шатал. Без хилок я бы сдох. Вот честно, я не понимаю. Единственное, что мне пришло в голову, когда я в очередной раз сдох, если... О, я думаю, я перепрыгнул. Если
В команде разработчиков во время разработки Генезиса поменялся состав. То есть вот сценаристы, вот это вот все люди, которые ответственны за вот эту творческую часть, назовем это так. Да, все равно он достает. Вот. Если поменялся вот этот состав, то я понимаю, почему все совсем другое, по-другому, нежели предыдущая игра. Если же не поменялся состав, и это те же самые люди, кто создал Genesis, кто создал Extinction и другие карты, если это те же самые от и до люди создавали Genesis, то я не понимаю, каких наркотиков они обкушались, что создали вот это. Вот прям честно, я этого не понимаю. Ну давай! Вот он держит меня просто полминуты вот так вот может держать, а меня в этот момент мочат. У меня все шмотки уже, кстати, поперломали. Ну что поделаешь? Бывает. Вы покончили с собой. Я, кстати, не знаю, как я покончил с собой. Внимательный выживший. Я же с обычной винтовки стрелял, тековская. Тековская винтовка, что ли, тоже по мне урон вносит в упор? Я третий или четвертый раз сдох, покончив с собой. Я не знаю, вот, причем, кстати, опять-таки же, сколько раз я вносил урона, наносил тонну урона с винтовки перед собой, я себя не убивал, и до этого вот я по этой же площадке бегал, опять последняя стадия, кстати, реально это уже третий раз, ладно, не помню, четвертый или третий, будем считать, что третий. Третий раз я на последней стадии, ему нужно снести последние хпшки, и на тебе, пожалуйста, я опять сам себя убил. Я не знаю, как это получается, что до этого я сам себя не убиваю. Не, я понимаю, если бы я бы убивал бы вот с этой винтовки, супер-пупер винтовки, которая, извините, под себя стрельнула и там сразу же ваншотом. Я с обычной тековской винтовки сам себя убил сейчас. Я не знаю, как это работает. Вот честно говоря. Но как это работает? Так что я на последней стадии сам себя опять убил. Херобора еще там. Прям. Прям, я не знаю, что делать. Да, я вот три раза еще раз, общая все-таки сдохла на три. Это общая 4, вместе вот с этим. Это значит, тоже сейчас было. Общая 4-я попытка, сейчас будет 5-я. Кошмар. Я не знаю, это просто... Вот как я сейчас сам себя убил, я этого не понимаю. Потому что я перед этим, вот сколько я там бегал, я по ним мочил, по мне урон не проходил. Даже когда я был без шмоток, уже поломанными шмотками, по мне урон не проходил от винтовки. Сейчас он почему-то прошел. Ну и еще раз что. Прикольно. Сейчас осталась точно такая же полоска здоровья у него. Ой, вот здесь, да. А я ему нанес урон, и он сдох. 15 секунд осталось, и он сдох. Кстати, я себе сделал гранатомет. Кстати, удобная здесь штука, когда ты их просто кучкуешь, этих людишек, аватаров, и бабахаешь всех разом. Потом делаешь кругаля, и все лутаешь. Удобная штука. Черт побери. Но по ходу дела я все равно проиграл, да? Все-таки я не проиграл.
Просто там было, типа, собери, опять этот терминал отображается, баг, что ли, был. А нет, нет. Заставка, все дела. Не буду я по отдельности их проходить. Пошло все в жопу. Сейчас пройду еще гамму, пройду еще альфу. И закончим этот сезон. Да, это будет в этом видео. Почти 2 часа ночи. Но я должен пройти эту серию, точнее, эту миссию, эту карту. Именно сегодня, пока у меня есть желание пройти это все. Чертова карта. Тяжело. Очень тяжело. И выматывающе. По призам я получил этот скин. Флаг, понятное дело. Господи. Трофей, прочитал, называется. Ну и теперь у меня гамма главный контролер. И вот думаю, а по идее, зачем мне проходить гамму, если все равно это показывать в отдельном видео не буду. Я просто не хочу самому мучиться и вас мучить в том плане, что вам и одного видоса хватит, где я матерюсь, истерю и так далее. Это во-первых. Во-вторых, вы ничего нового там не увидите. Что в бете, что в альфе. А в-третьих, зачем вам еще ждать неделю? Лучше быстрее Genesis 2 начнем. Логично? Логично. Вот, поэтому попробую альфа сразу же пройти, чтобы бету пропустить. И, по сути, сделается все вот как альфа-надзиратель, альфа-роквелл. Будет альфа главный контролер плюс 5 к максимальному уровню. То есть, по сути же, можно проходить сразу максимально. Тем более, что мне тег эти дали. Я изучил тег когти. Кстати, да, я теперь их могу надеть благодаря этому. Чего вспомнить? Я, да, вот они. Вот, теперь я их могу надеть. Все еще не понимаю, как они работают, для чего они нужны и так далее. Но, допустим, это что-то хорошее. Зато теперь могу махать красиво. Это единственное. Росомаха. Мать его. И все. То есть я до сих пор не знаю, как ими пользоваться. Но они, по сути, мне нафиг не нужны, если честно. Потому что, ну, как бы, кусок говна. Элемент весь у меня, кстати, исчез. И оружка та, которая читерная. Пойду, короче, на альфа. Посмотрим, что я там получу за этот. И уже будем заканчивать этот долбанный сезон. А вот и альфа. Кое-как, кое-что. Но получилось. Короче, как проходить немного легче, нежели то, что я делал. Бегаешь вокруг, ждешь, когда спавнится очень много людишек, аватаров. Убивая при этом в данном случае я убивал со штурмовой винтовки, так как по людям она не била, а по диносам била. Я со штурмовой винтовки скашивал всех. Доходило вплоть до того, что там никого не бегало. То есть летали дроны вверху и бегали много-много-много-много-много людишек. Все! Все! Никого не было. А потом с гранатомета бабах, бабах, бабах. И вот тогда уже начинает спавниться всякая шелупонь большая. То есть, один раз с гранатомета ударил в одну кучку, немножко заспавнилось, ты опять их зачищаешь. Я сейчас настолько легко проходил. Ну, как? Сравнительно легко. Предыдущие разы. Просто предыдущие разы у меня очень много было и гиг на гамме, когда бегал. И гиг было много, и жнецов. Тут же
Их практически не было. И это очень сильно мне помогло, сами видите, по времени. Хотя, как бы, да не было дофига, вот чё, где. Сложно, тяжело, но так все равно оказалось легче. Зачистить именно крупняков, оставить мелочевку. Один раз с гранаты убиваешь мелочевку, потом в этой куче лутаешь ключи, и не так-то уж и много спавнится всяких гик, рексов и так далее. Клёво! Клёво. Ох, чёрт побери. Как-то так. Кстати, да, у меня здесь я апнулся уже несколько раз. У меня был 140-й, я вот 4 левела апнул, пока проходил альфа. Чёрт побери. Фух. Genesis simulation. Welcome to the real world. The other survivors are still trapped in the simulation, but we're free. Bugger! The corruption's here too. Apparently it followed us from the simulation. But that's impossible. We might be the only ones awake. So let's get geared up and deal with the corruption before it spreads. It says here, tech suit for emergency use only. This definitely qualifies. Now that you aren't so squishy, we should figure out which part of the colony ship we're in. If we just... Oh, that's not good at all. Well... Да уж. Кстати, сколько раз я смотрел ролики, я не видел вот это вот, что люди в капсулах, они заражаются. А еще, получается, щупальце вылезло из того места, откуда мы проснулись. То есть, проще говоря, если бы мы проснулись позже, то щупальце добралось бы до нас. Это... прям что-то с чем-то. Да уж, все-таки чертовски бесячий генезис. Я так скажу, пока что даже Скёрч, то бишь выжженные земли, выглядит намного круче, чем генезис. Реально. Лично мое мнение. Но как-то так. Погнали, посмотрим, получил я все призы или не все получил, и будем заканчивать. Ну что, ловил, по крайней мере, точно на месте. Я не знаю, я качал скорость, я не знаю, зачем мне скорость нужна была, но я качал скорость. Ой, не знаю зачем. Кстати, она сейчас будет трындеть, как будто бы я только зашел на карту. Так, что я в итоге должен получить? Так, во-первых, надо сделать тебя потише. Ты какая-то чертовски громкая. И музыку вырубить, короче, надо. Там, там. Это, во-первых. Ну, давай, сохраняйся уже. Genesis simulation. Here you'll be tested across five.
Браузер открыл. В итоге, что у нас... Ой, сколько всякой гадости здесь опять мне поднадавали. Это понятное дело. Снова скин, снова то же самое, все то же самое, призы в плане то же самое все. Окей, все говно и все говно. Это пофигу. Давай смотреть, что я в итоге получил. Ну, во-первых, у меня теперь альфа. Главный контроллер, плюс 15 левел, окей, это здорово. Я должен был получить седло на Астра Цетуса. Вот, седло на Астра Цетуса, у меня оно есть, отлично. Я теперь могу его создавать, нафиг не нужно. Так, нагрудник это я и так... знал до этого. Просто проверяю, все ли я получил. Тег нагрудник. Текшны, то есть я открыл альфа. В альфе дают абсолютно все. Скиф. Точно. Вот он, скиф. У меня открытый. Шовер кэнон. Какая-то пушка. И ракета. Так, ну какие-то, понятное дело, точнее, когти. Ага, вот она, эта пушка. Наплечная пушка. А, это та пушка, которая, типа, по всем... Ну, слушай, это прикольно. Вот это что-то не изучено у меня. Крус... Какая-то ракета. А, вот, крылатая ракета, да. Тоже изучено. Ну, что, получается, у меня все изучено. Что могли дать, то есть... да, бетку не обязательно проходить было, это понятное дело. Гамму-то я проходил чисто из-за того, чтобы проверить, что, когда, где. Вот, у меня еще не все изучено. Не изучена вот эта вот площадка и вот эта вот. Но это, как я понимаю, откроется на Genesis 2. Поэтому, ну, я так думаю, что откроется на Genesis 2. Какой же ужас. Какой же ужас эта карта. Просто у меня нет слов. Наплечная пушка. Ой, не лагай. Кстати, да, на... Я лук создавал, она тоже базарила. И тебя нужно, наверное, элементом заправить, да? Так. Ну-ка. Шот какая-то фигня. Короче, я не знаю, как это говно работает. Но меня бьют и так далее, а толку ноль. Может, что-то ей нужно, но вряд ли. В общем, снарядить могу, а толку от нее, ну, ни о чем. Короче, что я могу сказать? Приключение было, конечно, веселое, но слава богу, оно закончилось. Прям очень слава богу, оно закончилось. Потому что, ну, просто уже нафиг. Отправляемся сейчас на Генезис. Кстати, у меня как раз здесь есть... Да все уже отстанет от меня. Терминал. О! Выгрузить выжившего. Точно, это то, что мне как раз нужно. Логично начать все с самого нуля.
То есть, по сути, если бы я бы вот так выгрузился бы в... Ну, то есть на Genesis 2, то у меня вот это все осталось. Ну, как я на Genesis-то попал, у меня там и элемент был, и рецепты какие-то остались и так далее. То есть я бы вот с этим всем бы выгрузился, вот с этим всем бы выгрузился на Genesis 2, что нелогично. Поэтому разгружусь на базе и выгружусь на Genesis 2. Как вы понимаете, следующая серия уже будет по Genesis 2, наконец-то. Я очень счастлив, очень рад. Это чертовски тяжелая карта. И даже не то, что тяжелая, она очень сильно нудная карта. И мне она очень сильно не нравится. Я уже это неоднократно говорил, не один десяток, наверное, раз. Поэтому я очень рассчитываю, что Genesis 2 будет намного лучше, намного приветливее и намного дружелюбнее к соло-игроку. Ну а я уже на этом буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Там все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого и добра. Всем пока.